Ксения Бородина еще вчера шутила в соцсети о том, что День всех влюбленных проведет одна без цветов и подарков, однако 14 февраля последовала всеобщему примеру и похвасталась роскошным букетом роз, полученным от возлюбленного. «Мои камыши подъехали», — пошутила звезда «Дома-2», демонстрируя целую корзину цветов. А вот кавалер, осчастлививший Ксению, остался за кадром, из-за чего подписчики Бородиной разделились на два лагеря. Некоторые порадовались за телеведущую, у которой личная жизнь продолжает бить ключом, а другие усомнились, что воздыхатель в самом деле существует, и сравнили ее с Анастасией Волочковой, которая часто выдает за ухажеров случайных мужчин и даже планирует с ними фейковые свадьбы. Решили фоловеры. Напомним, по слухам, Ксения